с капли акварели. Я его подсыпала заранее, потому что он это второй подсолнух. И сходы за счет того, что длинненькая ножка у них, он прямо аж куда светит солнце, он чуть ли не ложится на грунт. Я его немножко тоже подсыпала. Но каких-то изменений в листьях не вижу, только появляются первые настоящие листочки. Ну, здесь у меня пятнистый стал. Хотя что-то не было у него этого пятнистости. Ну, посмотрим, от чего она. Вот здесь кое-где еще оболочка от семена осталась. Переверну, получше будет видно. Вот на этом. Ну, как были 5 штук, все 5 штук и взошли. Этот, правда, маленький немножечко. Ну, думаю, вырастет, будет нормально все. Также я подсыпала контарантус. Он также есть в недавнем видео. Вы видели, что вытянутые стебельки были. Вот я где-то около сантиметра грунта сверху сюда добавила. В принципе, даже можно будет обойтись без пикировки еще первое время. Пока им тут места хватает. Вот гипоэстес тоже подрастает. И я сейчас скажу, сколько гипоэстесу уже времени. Так, ему уже 16 дней с момента всходов. Уже, в принципе, неплохо подрос. Даже если убрать полсантиметра, 2-2,5 сантиметра уже они выросли.